Всем привет, с вами Александр Усольцев. Время задуматься о карьере. Вы эту фразу, наверное, много раз слышали от родителей, но сегодня мы поговорим о самом большом карьере железной руды не просто в России, а в мире. Карьер Лебединского горнообогатительного комбината. Сюда открываются промтуры. Можно посетить будет и смотровую площадку, и посмотреть, как ездят с высоты большие белазы, посетить цех и узнать, как изготавливается железо. Чего мы приехали на карьер? Дело в том, что компания Metal Invest запустила программу промышленного туризма, в частности, на Лебединском горнообогатительном комбинате. Вы услышите рассказ о Курской магнитной аномалии, самой большой магнитной аномалии на Земле с невероятными запасами железных руд. Ну а увидеть карьер шириной 5 километров и глубиной более 500 метров, это, знаете ли, дорогого стоит. Ну а мы в этом ролике спустимся даже непосредственно в карьер, чтобы все вам показать во всех подробностях. Стоит отметить, что карьер здесь разрабатывается с 1967 года и официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой карьер негорючих материалов. То есть больше карьеров по железной руде просто в мире нет. Ну что ж, как говорится, с места в карьер. Несмотря на то, что железо — это один из самых распространенных элементов в толще Земли, извлечь его из этой толщи непросто. Для начала нужно провести так называемые вскрышные работы. То есть, грубо говоря, разрыть землю, песок, глину и прочие пласты земной коры, где нет нужного материала, а затем приступить к добычным работам, когда разрабатывается уже сама руда. Раньше для этих целей нагоняли огромное количество людей и каждому давали кирку. Сначала нужно разрыхлить же грунт, а потом его можно перекидать лопатой. Работа таким образом была долгой и неэффективной. Ну а в наше время для этой цели используют взрывные работы. Сначала бурятся скважины, и в них хитроумно закладывается взрывчатка. Всех эвакуируют из карьера, и раздается взрыв. Вот так бабах, и раньше на что уходило много времени, теперь буквально разрыхляется за секунду. Ну а дальше за дело берутся уже не рабочие с лопатами, а огромные карьерные экскаваторы с ковшами на целых 20 кубов. Вот мы находимся на самом дне карьера, где добытую руду грузят на самосвал на отметке минус 330 метров. То есть это точка ниже на 330 метров уровня мирового океана. Но чтобы карьер не затапливало водой, по всему периметру сделаны водозаборные скважины. Фактически вокруг этого карьера идут целые подземные реки, потому что если эти скважины прекратят свою работу, то вся вода неминуемо наполнит карьер. Но вернемся к экскаваторам.
Самое удивительное, эти огромные экскаваторы по сути являются электромобилями. Работают они от электрической сети, правда питание у них также свое, особенное, с напряжением в 6000 вольт. По всему карьеру расставлены линии электропередач. Перемещается такой экскаватор не в пример электромобилям медленно и спокойно, всего лишь со скоростью 1 км в час. Но с другой стороны, куда ему нестись-то и торопиться, и куда ехать далеко из карьера? При этом большие карьерные самосвалы экскаватор загружает довольно быстро. А они уже резво доставляют породу наверх по длинным серпантинам. Когда едешь на автобусе по этому карьеру, то создается полное ощущение, что находишься где-то глубоко в ущелье. Только природа создает такие чудеса за миллионы лет, а люди разработали этот карьер за какие-то полвека. Кстати, все, кто работает в карьере, так и называются горняками. В отличие от шахтеров, которые работают, как и следует из названия, в шахтах. Сверху все кажется маленьким, а на самом деле ширина каждого уступа карьера 15 метров, чтобы могли разъехаться два белаза. В карьере постоянно работает более 20 белазов. А при этом грузоподъемность самых маленьких машин, работающих в карьере, 130 тонн. Ну а большие белазы поднимают наверх все 220 тонн. Самое удивительное, что белаз — это, по сути, гибридный автомобиль. Вот нам рассказывают про большое будущее, а вот оно и есть. Здесь есть огромный двигатель, работающий на дизельном топливе. Здесь даже бак почти на 3000 литров дизельного топлива. Но двигатель здесь никак не связан с колесами. Он вращает большой генератор, а тот, в свою очередь, подает ток на правый и левый электродвигатели, находящиеся в задних колесах этого гиганта. То есть у БелАЗа два двигателя для каждого колеса. Привод, соответственно, задний. Ход из кабины переключается максимально простым тумблером. Ну просто вперед, нейтраль, назад. Тронуться на БелАЗе, конечно же, сможет даже ребенок. А вот управлять, а тем более остановить такую машину уже гораздо сложнее. Здесь, ну даже, например, целых две педали тормоза. Главная и основная — это так называемая динамка. При нажатии на нее торможение производится электродвигателем. А вот когда скорость упадет до минимума, можно воспользоваться и обычным гидравлическим тормозом. Ну, он как на обычных, привычных нам машинах, только здесь каждое колесо — это 8 колодок. Ну и колодки, конечно, не маленькие. Спускается в карьер БелАЗ за 15-20 минут, а груженный поднимается за 30-40. Кстати, интересно, что груженным БелАЗу на спуск ездить нельзя. Просто тормоза и вообще тормозные усилия не рассчитано, что он груженным будет ездить вниз. Ну, а с другой стороны, зачем ему вот эту породу везти обратно в карьер? Он предназначен, чтобы ее вывозить из карьеры. Главное помнить основополагающее правило. БелАЗ всегда прав. А груженный БелАЗ всегда более прав, чем пустой БелАЗ. Да и слепая зона у такого гиганта спереди это целых 5 метров. А чтобы протереть боковые зеркала, до них еще надо дойти. Ну, правда, сейчас уже технологии современные, поэтому у БелАЗов по кругу камеры. Машины марки БелАЗ работают в карьере не только как самосвалы, но еще и как уборочная техника. Так, например, в жаркую погоду дорожки нужно постоянно поливать, иначе над карьером просто огромное облако пыли будет стоять. У БелАЗов два основных места назначения в следовании по карьеру. Первый — это так называемый КЦПТ, то есть это комплекс циклично-поточной технологии. Так и называется. По сути, это длинный конвейер, поднимающий руду на поверхность. Он, конечно, не до самого дна достает, поэтому до него надо доехать еще и там руду выгрузить. Ну а в основном же БелАЗы едут на перегрузочный пункт, где руду выгружают поближе к железной дороге и снова огромные экскаваторы засыпают ее в грузовые вагоны, которые по спирали по железной дороге отвозят ее дальше наверх до горнообогатительного комбината. Этот процесс идет непрерывно, днем и ночью, без остановок и уже больше полувека. А запасов руды здесь, по самым скромным оценкам, говорят, что на 150 лет еще хватит. Просто представьте масштабы этого огромного карьера и в целом Курской магнитной аномалии. Вот это и есть тот самый железистый кварцит, содержание железа, в котором 26, ну, доходит до 30%. Но чтобы получить из него готовый продукт, нужно еще много постараться. До того, как руда станет пригодной для производства металла, ее надо обогатить.
То есть сделать так, чтобы содержание чистого железа было максимально возможным. Для начала руду скидывают в конусные дробилки, где огромный пестик, как в ступке, дробит огромные камни на камни поменьше. А потом по конвейеру это все поступает в цех обогащения на огромные крутящиеся мельницы. Сам процесс напоминает процесс стирки в обычной стиральной машине. В барабан заливается вода, туда попадают камни и долго-долго и занудно там вращаются, истираясь в порошок друг об друга и о стенки машины. Процесс этот многократно повторяется, пока в барабанах не останется, по сути, такая жижа, песок с водой, которую можно отправить на магнитные сепараторы. И вот на магнитных сепараторах частицы железа примагничиваются, а ненужные примеси уходят в сторону. Понятно, что нюансов и этапов в этом цехе, конечно, очень много, но это как максимально упрощенно выглядит вот этот сложный процесс. В результате на выходе получается сухой порошок, содержание железа, в котором уже почти 70%. Фактически это готовый продукт, который уже покупают многие предприятия в России и за рубежом. Не всем металлургам удобно работать с концентратом в такой форме, поэтому из концентрата делают окатыши. Это небольшие шарики одинакового размера. Некоторым предприятиям для работы нужно еще более чистое железо. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Можно было бы пропеть здесь, правда, огурцы у нас железные. И эти железные огурцы называются ГБЖ, горячее брикетированное железо. Такое железо изготавливается также здесь, на Лебединском ГОКе. В огромную шахтную печь засыпаются окатыши. Это не металлургический процесс, никакой варки металла здесь не происходит. Но окатыши в этой печи разогреваются до красна, железо восстанавливается и прессуется в брикеты. При этом содержание железа в этих брикетах уже до 92%. К тому же здесь уже нет ненужных для металлургов примесей, что означает, что в конце производственного пути и сталь будет более качественной. И такого чистого железа на Лебединском ГОКе выпускается более 4,5 миллионов тонн в год. Масштаб, конечно, поражает. В целом, промышленный туризм – это удивительная вещь, которая не только интересна, а позволяет, да, даже детям увидеть, насколько мир разнообразен и насколько, самое главное, разнообразен мир профессий. Вот находясь на этом ГОКе, ты понимаешь, насколько цивилизация ушла вперед. Еще задолго там, до нашей эры качественный металл – это был дар богов. Качественные ножи, качественные кинжалы встречаются в гробницах фараонов, встречаются где-то в захоронениях в Китае, у китайских императоров они были. И это было почти всегда, точнее всегда, это было метеоритное железо. То есть, когда метеорит падает, он обгорает, и вот там содержание железа становится довольно высоким. И за счет этого такой металл воспринимался как, ну, как ни много ни мало дар богов и был доступен только избранным. И вот в наше время такие металлы, гораздо более качественные, чем были в древности из метеоритного металла, доступны всем. Так что наша цивилизация проделала огромный путь. Помните, что промышленный туризм это не просто полезно в плане выбора будущей профессии для детей или студентов, но и безумно интересно в любом возрасте. Ну а тем более, когда у нас в стране есть такие невероятные объекты. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. Всем пока! С вами был Александр Усольцев.